Доброе утро, друзья! Продолжается программа «Утренний экспресс». И чтобы прикоснуться к уникальной культуре Японии, не обязательно покидать родной город. Оказывается, да. Просто... Ведь с 26 февраля по 6 марта в нашей области уже идет 6-й региональный фестиваль «Япония на Урале». И подробности давайте узнаем у наших гостей. Сегодня у нас в студии председатель Свердловского областного отделения Всероссийского общества «Россия-Япония» Вадим Занин и координатор проекта Татьяна Занина. Доброе утро! Конничу! Ну, это запомнить с одного раза, это невозможно, конечно же, но мы постараемся. Итак, расскажите, пожалуйста, Вадим, фестиваль пройдет уже... Проходит. В шестой раз проходит он. Что так крепко объединяет Россию и Японию, хочется узнать. Почему в нашей стране, почему вот, в частности, у нас в области много поклонников? Да. Фестиваль проходит в рамках года межрегиональных побратимских обменов между нашими странами. И мы очень тесно взаимодействуем с посольством Японии, и он направлен на знакомство наших жителей с культурой этой удивительной страны. Класс. Посмотри на Вадима, у меня тоже сразу глазки прищурить. Так, ну вы принесли сегодня очень много вещей, давайте же расскажем и нам в первую очередь, и для наших телезрителей, потому что мы понимаем, что в вашей личной коллекции есть вещи, подаренные японцами, и даже ее императорским высочеством, принцесса Японии. Правда ли это? Да? А ну-ка расскажите, где, что подарила принцесса японская? Ее императорское высочество, мы организовывали визиты в Россию, в Екатеринбург, в частности, и она мне преподнесла такой амулет в виде японского лука, который призван отгонять всякую нечисть и нести счастье и добро и успех. О, класс, класс. Ну, а вот эти все предметы можно будет увидеть на выставке на какой-то? Да, у нас будет проходить кинофестиваль. 4 числа мы будем в Екатеринбурге на площадке Дома кино. В 17.00 у нас начнутся мастер-классы фойе кинотеатра по традиционным японским искусствам, в том числе и по боевым. Будет представлена фотовыставка двух фотохудожников, которые работают в Японии. И интересно то, что один работает в Токио, в современной столице, то есть это мегаполис крупнейший, а второй фотограф из древней столицы, из города Киото. Да, все верно. И также у нас будет представлена небольшая часть нашей музейной экспозиции, с которой мы передвигаемся по области и демонстрируем. И будет еще представлено одно из интереснейших искусств, называется гётаку. То есть это... Гётаку. Это искусство делания отпечатка с рыбы на листок бумаги. Что, простите? С рыбы на листок бумаги? Я постоянно это делаю. Это знаете для чего? Шмяк. У нас часто там в анекдотах ходит, что рыбак говорит, а я поймал вот такую рыбу. А чтобы показать по-настоящему, японцы ее... отпечатывали на бумаге, могли поставить в рамку и повесить на доме, что вот у меня был такой трофей. Мне ватман нужен тогда, чтобы моя рыба поместилась. Твоя скумбрия? Моя гамбала, чтобы была, да. Итак, Татьяна, расскажите, пожалуйста, фуросики. Что это вообще такое? Что же за искусство? Очень интересно узнать. Фуросики – это искусство заворачивания подарков. Вообще всех вещей. То есть, например, сейчас в современной Японии домохозяйки используют фуросики для заворачивания продуктов в магазине. То есть, например, просто берется платок, давайте. Складывается в корзину продуктовую, в такую же, как у нас, и при выходе просто красиво заворачивается. То есть, получается, и платок может стать подарком, и он как слушает, как и упаковка, скажем. И кроме того, это искусство пришло из древности, и в современном мире оно стало еще более актуальным. Это такой способ, скажем так, борьбы за экологию и отказа от пластиковых пакетов. Как все рационально. Давайте, может, попробуем? Давайте. Покажите, научите нас. Что мы будем заворачивать? Мы будем заворачивать все, что угодно. Ну, заверните мне Аню, пожалуйста. Две штуки с собой. Например, самый распространенный вариант для школьников, для заворачивания книг. Книг. Да. Портфель можно не покупать. Конечно. Сказать. Конечно. Фуросики. Все. Теперь учебники носишь так. Да. В школу. Так, давайте. Так. Катану тоже уберем чуть-чуть. Так.
То есть вот у нас 4 книжечки. Угу. Мы их заворачиваем. Ага. Распределяем в 2 стопочки, да? Да, по диагонали. Угу. Один угол. Так. На самом деле очень удобная вещь, и действительно ее можно и как крест платок крест, использовать. Да. Как туесок. Оп! Слушайте. Посмотрите, как это. Как уютненько сразу стало. Сразу же. Это и книги, и клатч. И очень модные средства для обороны. Для, да, запросто можно. Пожалуйста. А, ну что, я пошла, у меня природоведение. О, хорошо. Да, и фуросики бывают, на самом деле, очень разных дизайнов. Например, вот эти фуросики, это подарок. Ага. Так. То есть это такая, ну просто вот однотонная ткань, да? Да, любые они могут. Какую хотите, такую и запакуйте, да? Во время фестиваля можно будет отметить японский праздник Хинамацури. Что это за праздник? Чему он посвящен? Хинамацури – это японский традиционный праздник, посвященный девочкам, либо его еще называют День кукол. Угу. Вот, у нас там используются особые куклы, особое оформление. У нас, к сожалению, таких нету, но мы тоже представим очень интересные экземпляры, даже, скажем так, антикварные. Вот их можно будет посмотреть. Кроме того, по фестивалю у нас 4 числа будет Доме кино, 5 числа мы едем в Среднеуральск в кинотеатр, и 6 у нас будет в Первоуральске проходить фестиваль. Ну так здорово, что не только Екатеринбург в этом участвует. Да, и еще другие города. Да. А, кинематограф, традиционно же фестивально радует нас новинками кино, и не только. Какие фильмы можно будет посмотреть? В этот раз мы привезли 2 фильма. В Екатеринбурге будет показан один из них. Он называется «Сяшин Косиен». Это фильм о всеяпонском конкурсе фотографии студенческом. Угу. Вот. И он очень хорошо показывает менталитет японцев и японских студентов, особенно, что позволяет нам больше понимать друг друга и, скажем так, понимать культуру и взаимодействие, укрепляя за счет этого. Вот, и второй фильм будет называться «Каждый день хороший день», он посвящен чайной церемонии. Вот, он будет показан уже в Среднеуральске и в Первоуральске. Ну, что ж вы, Вадим, Катану-то все вот так вот держите, покажите нам уже, раскройте. Про Катану почему я взял, потому что у нас еще одно будет очень уникальное событие. 12 и 13 марта у нас пройдет открытый семинар по техникам старых школ меча, и он пройдет под руководством профессора Иосифа Борисовича Линдера, который является основоположником, может быть, развития японских боевых искусств в СССР и в современной России. Это у меня аж мурашки, слушайте, это действительно завораживающее такое зрелище. Как будто класс. 7-я часть «Убить Билла» начинается. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Итак, еще раз давайте подытожим. 4-го мы приходим в Дом кино. 17.00. 5 числа мы встречаемся в Среднеуральске. И 6-го в Первоуральске. Главное, 12 и 13 у нас семинар по искусству меча. Он будет проходить на площадке Уральского педагогического университета. Великолепно. Аригато вам, Вадим. Аригато, Татьяна. Спасибо большое. Фуросики. Фуросики. Замечательно. Ну а мы напоминаем, что у нас в гостях сегодня были председатель Свердловского областного отделения Всероссийского общества «Россия-Япония» Вадим Занин и координатор проекта Татьяна Занин.